друзья, как ваши дела? Надеюсь, что все хорошо. В первую очередь хочу всех поздравить с сегодняшним святым праздником, всех с Рождеством. Мы не исправляем, так как мы не христиане, но хочу всех поздравить с этим святым праздником. Значит, сегодня у нас воскресенье, последний день отдыха перед школой. Со следующей недели уже наконец-то же школа начинается. Каникулы уже закончились, и дети пойдут наконец-то же в школу. Эти два дня у нас похолодало, уже чувствуется зима. Со следующей недели тоже обещали морозы, холодные ветры, но снега пока нету. У нас уже 2:30. Несмотря с утра ничего особенного я не делала, но время так быстро прошло, что даже не заметили. Дети сидят, обедают. Я тоже чуть-чуть вот, как всегда, занимаюсь, настраиваю свои влоги и решила сегодня заснять немного для вас. Эти несколько дней мы были дома, занимались своими делами, которые надо было доделать. Вчера вообще целый день мы сидели дома, не хотелось вообще никуда не выходить, потому что дождь был. Холодно, и некуда тоже было выходить в эту серую погоду. Сегодня решили пойти вечером на боулинг, так что сегодня будет вечер семейный на боулинге. Вроде бы хотели пойти с Дивером и его семьей, но у них не получается, потому что у них свои дела. И как бы мы уже решили пойти сами с детьми вместе. Так что сегодня будет небольшой влог с боулинга. Сейчас пойду приведу себя чуть-чуть в порядок, пока Рызу придет. И где-то уже через, ну не знаю, где-то к 6-7 вот так может пойдем, чтобы очень поздно тоже пришли, потому что завтра школа. Надо детей помыть, уложить вовремя спать и завтра, чтобы они смогли проснуться вовремя. Кстати, вчера вспомнила, в этом месяце под конец Алик едет на матч в Париж со своей командой, со своими тренерами на матч по регби на большой стадион. И вчера мне прислали информацию, в который час они выезжать будут, приедут. Оказывается, матч будет в 9:00 вечера. Я не знала, что так поздно. Они отсюда пойдут где-то в 5:00. Выедут, чтобы вовремя на месте быть, пока припаркуются, выйдут. В общем, время же нужно до этого, чтобы спокойно занять места. И возвращаться будут где-то, будут здесь уже в 3:00 ночи. Конечно же, я уже засомневалась, если я хотела Алика отправить или нет. Мы сразу поговорили, решили, что Розо поедет с ними вместе. Потому что попадает воскресенье он не работает, и одно воскресенье как бы он может все отложить и поехать с Аликом вместе. Так что я успокоилась, просто надо будет сразу записать тоже вовремя, чтобы он с ним вместе поехал. Вот так, выздоровели вроде бы все тоже дома. Чуть-чуть еще сопим, можно сказать, но, слава богу, уже все хорошо себя чувствую, Машка тоже. И у меня тоже чуть-чуть совсем осталось, и как бы уже все. Я надеюсь, что в этом году мы больше не будем болеть. Я хочу детям опять пойти купить эти витаминчики, чтобы подкрепить их. И вот так, ребят, год начался. Слава богу, ничего плохого не происходит, потому что каждый год у нас, начало года что-то происходило, но, слава богу, все нормально, все спокойно началось, и, я надеюсь, также закончится. Много планов на этот год, очень много планов, очень много изменений будет у нас, но об этом я... Ай, что с тобой? Но об этом я говорить здесь не буду. Может быть, скажу когда-нибудь, когда уже все будет решено, все будет сделано. Чтобы с вами чуть поделиться новостями. Но очень много будет изменений. Чуть-чуть переживаем, конечно же.
но держимся, не падаем духом и что делается все к лучшему. Это, конечно, мы выбрали сами, мы так решили, и поэтому это как бы не безвыходная ситуация у нас сейчас происходит, а это все мы запланировали, это мы сами все решили это сделать, и для нашего хорошего будущего, для будущего наших детей. И поэтому просто этот период чуть-чуть такой маленький, который вот что-то меняется, и чуть-чуть страшновато, но нужно все пробовать, я думаю, чтобы добиться чего-нибудь. Так что так, ребят, всем желаю хорошего дня, всем желаю хорошо провести этот святой праздник сегодня, кто исправляет, конечно же. Я сейчас приведу себя в порядок чуть-чуть, чтобы уже готовой быть, потом на это время не терять. И, конечно, чуть попозже к вам уже подключусь, когда мы пойдем на место, и вы тоже с нами как бы пройдете вот такой семейный вечерок. Кстати, ребят, я вспомнила, меня спрашивали насчет Ричи, где Ричи, куда он пропал. В общем, Ричи у родителей Резойных. Свёкор решил его оставить у себя дома, потому что по-всякому он проходил, выгуливал. И, во-первых, Резо нету времени, чтобы за ним смотреть, его выгуливать вовремя, с ним поиграться. Целый день он был один, потому что я тоже по своим делам ходила, и в основном мне не было дома, можно так сказать. И ему было скучно. Ну, знаете же, как животные, собаки особенно не любят играться, внимание. Особенно наша собака, очень как маленький ребенок, хочет больше внимания на него, чтобы уделяли, чтобы с ним целый день играли, гуляли, но это у нас не получалось. И пока на время свёкор решил его оставить у себя, потому что они пока еще не работают. У них как раз есть свободная комната, которая теперь Ричина. Кстати, у него своя комната, его клеточка там стоит, ему хорошенечко обустроили эту клетку, он не закрытый, это я имею в виду, это его место, где он спит. Очень так тепло, уютненько, он себе играется, то в зале валяется, то на диване. В общем, очень хорошо он себя там чувствует. Мы его не оставляли, мы его не отдавали, это временно. Сейчас, когда мы будем переезжать, у нас уже будет свой двор. И, конечно же, нашего Ричи мы заберем обратно. Он уже будет там беситься во дворе себе, будет чем ему заняться, не будет ему настолько скучно, как дома, потому что он целый день на одном месте лежал. Никто с ним не игрался, вечером тоже все приходят, чуть поиграются, но ему это не хватало. Он очень такой был, ну, без настроения постоянно, то ныл, гулять хотел, и жалко как бы, да. И решили вот так, что пока свёкор не работает, пока мы не переедем, собака там. Мы, конечно же, ходим постоянно, каждую неделю ходим, его видим тоже. Резу тоже, когда время есть, он выходит, он идет с ним гуляет, и как бы он нас не забывает, скучает, само собой. Ну и не просится как бы так сильно домой, не плачет, не ноет уже, как раз здесь, когда он был один. И мы вот этим тоже спокойны, что он как бы не у чужих, а у родителей находится. Ну, считайте, тоже в семье, просто сейчас временно в том доме, потому что там больше присмотра, больше с ним гуляют, и все внимание на него, как бы, чтобы живут. Знаете, мне, например, жалко его все время было, что он вот так один дома целый день сидел, лежал на одном месте, он нормально не питался, потому что ему нужно было постоянно выгуливать его с ним, гулять долго, ну, выгуливать вовремя, и так его выгуливали, все, ну, просто ненадолго, 5-10 минут и домой. Я не смогла, потому что это очень большая собака, он уже больше 40 килограмм, 45 килограмм, наверное, если не поправился. Я уже не могу его тащить, и он иногда настолько быстро и резко может убежать, что не успеваешь его удержать. И мне не по силу, как говорится. Много раз я из-за этого пострадала, и я уже в последнее время не вывожу его, не вводила вообще. Ну, сейчас кормить, да, но, знаете, когда собака, даже когда человек целый день дома сидит, не выходит на свежий воздух, у тебя ни аппетита нету, ни настроения нету, например, у меня так. И он так же, мне его жалко было, то он ныл иногда, на улицу смотрел, гавкал, потому что хотел гулять тоже,
И поэтому уже решили так. Ира тоже спокойна, что у его родителей находится он. Так что речи у нас, но временно не у нас. Временно у родителей дома. И мы как бы переедем, обязательно его обратно заберем. Мы его не бросали, никому не отдавали. Я знаю, что, конечно, это невозможно, и сам Резо не сможет его отдать. И, ну, как бы так лучше пока что, чтобы собака тоже не страдала, как бы, потому что когда животное страдает, это нехорошо. Так что, конечно, спасибо Резоным родителям за то, что они понимают нас и без проблем оставляют его у себя. Все, я буду теперь приводить себя в порядок. И как бы чуть попозже уже увидимся. Всем привет, ребят! Как ваши дела? Сегодня уже 8 января, понедельник. И сегодня наконец-то же началась учеба. Дети уже в школе. Я продолжаю снимать свой влог, так как вчера мы не смогли пойти на боулинг, потому что к нам приехал друг. Ну, мы не знали, что он придет. И как бы сейчас на Новый год он решил прийти в гости. Без предупреждения, но ничего, мы хорошее время провели, хороший вечер провели, посидели, посмеялись, вспоминали детство, потому что это друг детства, мы в одну школу ходили, и семьями очень хорошо друг друга знаем, и было весело. Поэтому я уже как бы вчерашний влог не закончила, я остановилась на том, что мы должны были пойти на боулинг. Но ничего, сегодня я не знаю, если мы сможем пойти на боулинг или нет, так как учеба началась. Машкина гимнастика тоже началась, она сегодня до 5:30 будет на гимнастике. И я не знаю, если мы после сможем пойти на боулинг, потому что она будет уставшая. Ну, в общем, как уроки там, а то все. И я не думаю, что мы сможем сегодня куда-то уже выйти. У нас очень холодно, эта неделя... Обещают очень сильные морозы, ветры холодные, но с утра уже чувствуется, что очень холодно. Сейчас тоже, уже с утра я пошла, закупила на завтрак нам там круассаны, булочки разные, потому что друг остался на ночь с ночевкой, и они вот с утра уже он ушел. Запланировано, поэтому ничего у меня не было на сегодня, так как я знала, что у нас гость, и как бы, ну, нечего было такого мне сегодня делать, но сейчас я хочу выйти в магазин, купить фарш, хочу сделать сегодня хинкали для дома, и Наталику купить бутылку для воды, потому что у него его бутылочка испортилась. Кстати, Алики спорт, оказывается, в субботу уже начался, тренировки начались. Мне пришло сообщение вчера, и как бы я не знала заранее, что в субботу у меня были тренировки, оказывается. Ну ничего, один день пропустил. Уже со среды пойдет на тренировки свои. Сегодня в планах, значит, пойти только в магазин и приготовить хинкали. И как бы все. И потом уже за детьми пойти по очереди привезти их домой. Как ваши дела? Как ваше настроение, как началась ваша неделя. Ну, желаю вам, конечно же, хорошей недели. Как бы все. Сейчас уже я пойду, не буду время терять. Уже час дня. Быстро время прошло. Что-то я сегодня всю ночь не смогла уснуть. Под утро тоже каждые 10-15 минут глаза открывала. А вчера поздно легли спать. Бесились. Я думала, посплю, но не смогла поспать. И рано встала, забрала в школу. И как бы вот так, ну, уже не смогла прийти уснуть, потому что дома были гости. Ну ничего. Сегодня пораньше лягу спать и надеюсь, высплюсь. Так. Наша елочка ждет, когда соберется. Уже, знаете, и включать как-то не хочется, потому что, не знаю, праздники прошли, но все равно хочу до 14 числа ставить, так как 14 числа провожаем старый год, и елочку до тех пор оставлю, потом уже соберу, может быть, даже в этот же день и соберу эту елку. Она у нас вот тут стоит, моя красивая елочка.
Вот так, ребята, ничего нового, вообще ничего, все по-старому пока что. Сейчас в основном дела идут к тому, чтобы готовиться к переезду. И надо будет тихо-тихо-тихо, потому что не так сразу это все. Но у нас время еще есть. Тихо-тихо надо будет уже собирать свои вещи, все смотреть, что нужно, что не нужно, рассортировать, что нужно выкинуть, выбросить, что будем забирать, чтобы все это собрать. И вот так. Ну, я рада то, что как бы у нас время есть, не надо бегать, не надо быстро-быстро за один день переезжать. У нас впереди будет там месяц, два, три, чтобы это все спокойно перенести, обустроить, все, что нужно купить. Но вначале, пока мне не получится все вместе купить, все, что я хочу поменять, поэтому буду покупать то, что мне необходимо. В первую очередь я поменяю диван, потому что этот диван сразу идет в мусор, а туда уже пойдет новый. Ну, конечно же, это все я буду снимать, буду вам показывать, с вами делиться, и вы тоже активничайте. Не только это нужно. Друзья, я уже дома. Если я вам скажу, что где вы находитесь, вы, наверное, с ума сойдете. У меня в холодильнике. Сейчас хочу я разложить яйца на свое место. И поэтому решила камеру поставить. Тут меня будет виднее. Значит, я купила фарш, купила яйца для гарнира. Тесто я уже замесила для хинкали. Лёшке купила бутылки тоже. И, наконец-то, я себе купила в машину держатель для телефона. Наконец-то. Сейчас у меня фарш чуть-чуть оттает, потому что я взяла, он замороженный был. И сейчас чуть-чуть оттает. И сделаем фарш для хинкали. Сейчас зелень все нарежу, чтобы просто потом все перемешать. Все, тесто мы холодильник отдыхает. Вот. Так, эти соки, наверное, выкину, потому что не стоят. Холодильник я убрала, суп почистила, все, но все равно что-то находится, что нужно тут убирать. Сейчас пойдет на телефон. Пойдет. Я уже пришла за детьми. На улице так холодно, сегодня очень холодно у нас, мороз сильный, и ветер тоже, когда чуть-чуть даже дует, такой морозный, вот колючий даже, можно сказать, и очень холодно. Сейчас вам покажу мою эту вот, для телефона эту держалку. Сейчас. Он выглядит держатель для телефона. У него есть свой шнур тоже, оказывается, можно будет заряжать свой телефон. Его подключаете, как бы, и телефон вставляешь, и он сам заряжается. Телефон вставляется, и вот эти штучки его зажимают, как бы придерживают. Очень удобная вещь. Вроде бы пока довольна. Я еще ничего не снимала этим держателем. Просто ставлю для музыки. Удобно переключать там музыку, чтобы голову вниз очень не спускать во время езды. И вот так. Погода у нас вот такая, серая, пасмурная, но очень-очень сухая и холодная. Я уже для хинкали тоже приготовила и тесто, и фарш. Пойду домой, заверну. И чтобы детям уже сварить, я не успела просто их завернуть, пока еще рано. Холодно, ребят, очень холодно уже, резко так стало холодно. Детей я сегодня укутала, перчатки, шапочки, шарфы, все сделала на них. Они пока недовольны были, но как вышли, сразу замолчали, потому что правда холодно уже. И
Я надеюсь, что они не заболеют. Надо мне витамины купить, чтобы я не забыла. В общем, вот так. Еще надо мне помыть голову. Обязательно. Очень мне нравятся мои ногти в последнее время. Я наконец-то же их отрастила. Видите, не очень длинные, не очень короткие. Одинаковой формы все. И лак тоже хорошо намазала, держится. Мне так нравится, когда ногти в порядке. Потому что когда я чищу и когда уже вижу, что ломаются ногти, я ничего не делаю. И они у меня также без лака, без ничего остаются. А когда в таком состоянии, приятно даже и лак мазать, и ухаживать за ними, и все. Так что буду стараться, чтобы все были похожи на друг друга. И вот видите, только вот этот средний палец у меня здесь сломался. 2 дня назад сбоку я взяла, сегодня подрезала. Ну, как будто не видно. Вот так. Видят мои ногти. У меня еще где-то 5-10 минут есть, пока Алика, чтобы вывести, так как Машка на гимнастике до 5:30. Я надеюсь, там у них тепло, потому что до этого было даже прохладно. Сейчас я не знаю, как печки они включают, не включают. Там все равно по-своему прохладно. Посмотрим, если прохладно будет сегодня, то я уже буду ей эти одевать брючки. Не шортики, а эти, ну, эластики. Ой, что холодно. Ребят, я уже приготовила хинкали. Вот так я храню в морозильнике. У меня там два этажа как бы снизу тоже есть. На фольгу вот так сыплю муку и вот так их замораживаю чуть-чуть, а потом уже переношу в целлофанчики, чтобы все равно свой запах морозильник не давал. Чуть-чуть окрепну, потом перенесу в этот целлофанчик и так храню, потом варим, и очень даже вкусно. Я уже детям сварила, дети тоже покушали, но Машка еще пока кушает. Алика говорит, очень вкусные получились, да, я надеюсь. А у меня зато спина переломалась, неудобно за этим столом делать что-то, потому что очень низкий стол для меня, и у меня спина онемела. А я почему-то, когда лежу, смотрю, потом, когда поднимаюсь, у меня голова вот так, как будто обратно оделась. Потому что долго лежишь, смотришь, наверное. Очень сильно переутомилась сегодня, потому что всю ночь не спала, не выспалась, усталость. Просто, что холодно было, и туда-сюда разъезжала, не чувствовала. Сейчас уже к вечеру все чувствуется. Сейчас тоже дети пойдут помоются и будут отдыхать. И я тоже, наконец-то же, отдохну. И вот так, ребят. В общем, лицо тоже сейчас поднимется, покушает, и уже будем отдыхать все. Поэтому на этом закончу я сегодняшний влог. Двухдневный влог получился не очень интересным. На боулинг мы не смогли пойти. Кстати, на мои ногти я сама себя сгладила, у меня лак весь сошел. Но ничего, сегодня я почищу, если лень будет, и заново намажу. Всем хорошего вечера, ребят. Всем большое спасибо, кто меня смотрит, кто меня поддерживает. Те, кто не ставит лайки, поставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем хорошего вечера, всем спокойной ночи. Всем пока, ребят. До скорого.